Особое мнение на 101 FM. В Кирове начало второго. Да, это действительно программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина. Приветствую слушателей еще раз и говорю здравствуйте нашему гостю Михаилу Ковязину, депутату Кировской городской думы. Михаил Николаевич, добрый день. Добрый день. Так, ну мы начнем, конечно же, с главной темы дня. Это прямая линия Владимира Путина. Я не случайно называю ее главной темой дня, то есть это не пиар президента, не надо так расценивать. Это просто вот, ну, такой срез всех проблем, которые существуют в России. И я к вам имею два вопроса. Первое. Вы бы какой вопрос задали президенту, если бы была такая возможность? И второе. В вашей практике, там, человеческой, депутатской, еще какой-то, были ли примеры, когда вот, ну, подобные вещи, не обязательно прямая линия президента, срабатывали, эффективны были, и как-то решался вопрос? Ну, я на самом деле тогда отвечу следующим образом. Я вопросы в этот раз задал, вопросов было два. Значит, в принципе, я не буду про них долго говорить. Значит, они есть там у меня на социальной странице, там темы, которые меня беспокоят. Значит, я, наверное, даже больше лучше расскажу, почему я это делаю, потому что у меня в практике был такой случай. Он был бы точно больше 10 лет назад, я думаю, даже порядка 15 лет назад еще. Только-только начались, и не совсем все понимали формат. Значит, следующим образом у меня, мы тогда уже были с супругой в браке, и по ряду причин у нее ей не давали гражданство, так как ее родители уехали поднимать целину, значит, в Казахстане, какие-то документы потерялись. Ну, ситуация, на самом деле, такая простая, бытовая, но вот она тупиковая. Угу. И тогда была, если не ошибаюсь, даже первая линия с президентом, там мы туда дозвонились, вот, оставили заявку, и буквально через день вопрос решился. То есть дали гражданство. Это в Кировской области происходило? Это было в городе Кирове, да, Кировской области. Был второй случай, там то же самое, на следующий год. То есть я хочу там что сказать. Там, это как работает, на мой взгляд, как исходя из моего опыта, это модель. Значит, все обращения, безусловно, обрабатываются, спускаются вниз с некими комментариями. Там, и в том числе нужно отчитаться о том, что сделано. Немедленно разобраться, да. Вот. Поэтому в моем случае оба случая, они были положительными, в том числе там как раз ровно через год, когда такая же проблема встала у там моей тещи, решили точно так же. Повторюсь, это не в обход закона, это было положено, но были какие-то бюрократические проволочки, которые не могли решиться. И оба раза решались на раз. Поэтому эта штука первого работает. То есть если там иногда я слышу, что Путин мне не отвечает, то есть он лично не отвечает, естественно, там, ну, мало кому отвечает, но... Кому-то он ответит. Кому-то ответит лично, да. Но этот вопрос точно будет обработан его администрацией, спущен внизу. Если вы не получили ответ, то, следовательно, в том числе, значит, решения в данном случае нет. То есть это не значит, что все миллион там обращений, они будут решены положительно. Это значит, что они будут рассмотрены, они... будет дан, затребован ответ с регионов, но, к сожалению, это и показывает, на мой взгляд, что система тяжеловесна и не так работает, как должна, потому что, ну, не может человек, будучи президентом, один раз в год решать все вопросы вот таким образом. Система должна работать точно по-другому. То есть вы эту прямую линию оцениваете скорее как полезное явление или как вредное? Я как полезное, к сожалению. Еще раз повторюсь, потому что она точно работает. Я поэтому всем призываю, если есть какие-то проблемы системные, их туда нужно обозначать. Но почему, к сожалению? Потому что, ну, нонсенс, когда в стране это один из единственных способов решить какую-то застарелую проблему или хотя бы получить ответ, что да, это невозможно. Причем проблема может быть не обязательно крупная, она может быть и мелкой. Мелкая. Она может быть мелкой, протекающая труба, мы все это помним. Какие-то детские садики, какие-то, значит, дома деревянные, в которых нет отопления и еще что-то. Ну, то есть вот, когда приходится такими вопросами заниматься президенту, наверное, это не самая правильная история. Особенно учитывая, с какой скоростью эти вопросы решаются. Значит, они могли решиться и раньше теми же самыми людьми, просто люди почему-то не хотели их решать. Абсолютно верно, да. Вот и все. Михаил Ковязин в нашей студии, депутат Кировской городской думы, и мы, собственно, переходим к итогам заседания Кировской гордумы, которое прошло накануне, насколько я помню, да? В среду, да. Среда у нас была вчера.
уже запуталась в днях недели. И там было несколько важных вопросов, и вы поднимали там очень важную тему, очень болезненную для жителей Кировской области, для жителей Кирова, для многих, там, для всех с разных сторон она болезненная, это тема мусорной реформы. Вы поднимали ее в том ключе, что жители определенных домов в городе Кирове, я так понимаю, что это ваш депутатский округ, Филейка, да, но там Северная набережная, пострадали улица Орджоникидзе. Не только наши дома. Пострадали, да. Пострадали многие, проблемы системные. Да. Получается, могут остаться без мусорных баков. Почему? Потому что управляющая компания и компания Куприт, который региональный оператор, не могут договориться о том, кто все-таки эти баки должен поставить. Ну, там ситуация она такая, но она от чего и возникла. Потому что, к сожалению, опять же, возникла спешка в подготовке мусорной реформы привела к тому, что есть несколько документов, которые трактуют, кто должен, там весь спор, кто должен эти мусорные баки приобрести или арендовать в аренду. Ага, Куприт ссылается на одни документы, абсолютно верно, управляющая компания на другие. Там, управляющая компания на постановление, которое вышло 15 декабря, которое понятно, что уже в тариф не вошло. Вот, и вот есть некий спор хозяйствующих субъектов, и вот он приводит к такому результату. Ну, позиция очень простая, то есть однозначно жители не должны там пострадать. Вот, в моей логике там... Точно эта ситуация могла бы быть решена по-другому. И, наверное, это один из вопросов, которые люди, я надеюсь, в том числе в Кирове, будут задавать там президенту, потому что он мог бы решиться очень просто. В рамках нашего региона, к сожалению, очень запоздалая позиция контролирующих органов, которые не могут выразить свою точку зрения по этому пункту. Это мы кого сейчас имеем в виду? Мы сейчас имеем в виду, что государственная жилищная инспекция, то есть как некий главный инструмент с точки жилищного кодекса. Ну и как прокуратура, которая, к слову, свою позицию обозначила, то есть вот буквально недавно, и то, когда началась уже, по сути дела, в июне месяце, когда ситуация всплыла. То есть потому что сейчас, я говорю, двоякое трактование, оно приводит к этим результатам. Но нонсенс состоит в том, что опять же пострадали в первую очередь жильцы. Я считаю, что здесь однозначно главная задача, чтобы они могли исполнять свои требования справедливые по тому, куда выносить мусор, а потом уже разбираться, кто должен платить, а кто не платить не должен. Потому что... То есть контейнеры должны стоять? Контейнеры должны стоять. И с последней информацией, опять же, там, так как ситуация опять началась достаточно обостряться... Вчера, насколько я понимаю, в дело вмешался уже глава администрации. Да, глава администрации и заверил, что есть договоренность с КДУ, что, что вопрос притормозится в плане убирания контейнеров, но это не значит, что ситуация там разрешилась, не это факт. Значит, что она уже будет происходить, не затрагивая население. То есть на жителях не скажется. Я просто вам зачитаю, там, после того, как, собственно говоря, вот прошло заседание городской думы, где-то там во второй половине дня появилась новость от Куприта о том, что жильцам домов УК «Актив Комфорт» оставляют мусорные баки. По просьбе рекоператора перевозчик установит свои контейнеры. И, собственно говоря, комментирует Станислав Куршаков, пресс-секретарь компании «Куприт». Он говорит, что компании пошли навстречу, на общих местах накопления контейнеры будут поставлены. Но напомнили, что в соответствии с правилами эксплуатации жилья у рекоператора нет обязанности устанавливать мусорные контейнеры на придомовых территориях. Этим должны заниматься управляющие и обслуживающие организации. Ну вот непонятно до сих пор, все-таки прислушался Куприт и КДУ к Шульгину или не прислушался? Вы-то вчера говорили о том, что эта критическая ситуация может коснуться там десятков домов. Да, десятков. Ну есть уведомление от КДУ, то есть оно... Я хочу сказать, что, во-первых, речь идет не об одной управляющей компании, я об этом постоянно говорю. Не только «Актив Комфорт». Не только они. Значит, просто за счет того, что они крупные и достаточно имеют специфическую репутацию, очень удобно говорить про них. Но я общался еще минимум с двумя управляющими компаниями. Они менее крупные. Значит, у них у одной управляющей компании по 7 домам такое предписание получено. И тоже ситуация пока в стадии решения. Значит, еще по одной управляющей компании у них там порядка 15 домов. Такую бумагу им нужно на словах сказать, что скоро придет. То есть ситуация, она не связана с управляющей компанией «Актив Комфорт».
Это просто, еще раз говорю, потому что она крупная, потому что есть некая там репутация, на которую было удобно войти. Я поэтому и обращаю внимание, что здесь нужно не два хозяйствующих субъекта рассматривать, конкретно эти, а условно говорю, спор между управляющей компанией в целом, в том числе ТСЖ, в том числе ТСН. Которые... Разные формы. Да? Разные формы, потому что ко мне обращались и ТСЖ, которые не заключили договор, справедливо полагая, что этот функционал вынесен в отдельный тариф. Они содержат, но приобретать они не готовы, потому что есть, опять же, постановление от 15 декабря, следовательно, должно, там четко прописано, там, да, не вошло в тариф, но есть юридический там момент, я тут не могу его оспарить, так это или нет, то есть есть там убыток прошлого периода, который можно включить в тариф, будет на следующий год. Угу. Ну, то есть, самая главная ситуация должна быть как-то решена, там, да, но и здесь, потому что если это будет все-таки же со стороны управляющей компании, чтобы было понятно, управляющие компании своих денег не имеют, это деньги жильцов. Я понимаю. Поэтому жильцы должны Михаил, я прошу прощения, а вы изучали вопрос, а сколько стоит вот этот вот контейнер-то, сколько он стоит? Там большие контейнер стоит в среднем где-то от 15 до 20 тысяч, там, ну, средняя цифра звучит 20 тысяч. 20 тысяч, на дом одного, конечно, контейнера не хватит, явно их надо там 2 или 3, если... Ну, пятиэтажку хватит, на пятиэтажку 4-подъездную, если... Если каждый день вывозить. Ну, я не знаю, как в других домах, но в домах, где, значит, в том числе мой округ, жалобы на несвоевременных вывозов нет. То есть вывозят регулярно. Во всяком случае, у меня, у моего дома вывозят ежедневно. Есть один, если не ошибаюсь, выходной день, но он точно не приводит к коллапсу, когда завалит баки. То есть пятиэтажка, я примерно понимаю, пятиэтажка это где-то 60-70 квартир. Да, абсолютно верно. Один бак. Который стоит 20 тысяч рублей. Ну, это по 700 рублей с квартиры где-то, да, получается? По 700 рублей вот с домохозяйства. Да, это так, но ведь вся история-то, почему она такая не воспринята негативно, потому что если это произошло бы в январе, или еще лучше, в декабре, если бы то это было бы заранее, здорово. Да, бы потому что что же сейчас произошло? Ведь в январе у людей изменился тариф. Оттуда убрали как раз часть, которая шла на вывоз мусора. Значит, то, что мы платили управляющей компании, да, то есть кто некоторые дома, у которых был индивидуальный тариф, переголосовывали. Следовательно, сейчас прошло полгода. Нужно снова менять тариф, потому что этих денег нет. То есть это значит, нужно какие-то работы не будут выполнены в рамках текущего ремонта. Конечно. Или нужно увеличить тариф. То есть вот еще в чем мой главный вопрос, почему ждали целое полгода. Там, на что КДУ отвечает, что да, у нас там мы ситуацию знали с самого начала, но давали возможность... там, управляющим компаниям, там, заключить договор и так далее. Почему об этом не знали население? То есть где, вот у нас... Потому что региональный оператор не был заинтересован в том, чтобы две эти новости ударили по жителям одновременно, ну, да? Ну, возможно, да. Необходимость установки контейнера за свой счет, извините, и еще оплата, которая придет по 50 там, или сколько у нас, по 5 рублей, да? Да, ну, 4,95, там, да, практически 5 рублей. Поэтому вот в чем недовольство жителей, почему они об этом узнали постфактум, в том числе претензии к управляющей компании, которая... Если уже участвовал в этом переговорном процессе, почему они не известили? Ведь, еще раз говорю, управляющая компания – это не какое-то звено отдельно от жильцов. По сути дела, это их представитель, там, с которым у него заключен коллективный договор, представляет его интересы. Следовательно, логика очень простая, что если что-то есть, то ты расскажи тем, кто тебя нанял. Ведь управляющая компания, по сути дела, их наняли жильцы, там, и исполняют свои интересы. Вот сейчас мы подробнее об этом поговорим. Михаил Ковязин в нашей студии, депутат Кировской гордумы. У нас сейчас небольшой полуминутный перерыв, и мы вернемся. Особое мнение на 101FM. Мы продолжаем с Михаилом Ковязиным, говорим об управляющих компаниях, о мусорной реформе, ну и не только, наверное, о деятельности УК в этой ситуации, да, вывоза мусора. Вы остановились на том, что это представитель жильцов. Да. И, ну, в данном, вот я и хочу мысль, о чем я говорил, в чем ее заключить, это о том, что вообще, когда жильцы недовольны управляющей компанией, недовольны властью, там, недовольны чем-то, ну, достаточно, ситуация решается просто. Если недовольны, ты что-то меняй. То есть, вот, там, иногда... Собирается общее собрание. Да, собирается общее собрание, но я сейчас детали не буду рассказывать. Да, мы знаем. Это мы... договорные отношения с управляющей компанией. Если тебе не нравится управляющая компания, говорить о том, что она плохая и так далее, безусловно, есть диалог. То есть, прежде чем, как говорится, разорвать с кем-то отношения, пытаться нужно договориться. Но если договориться невозможно, то нужно уходить в другую управляющую компанию. Поэтому, например, я точно не поддерживаю позицию, там, которую я иногда слышу, что в Кирове много управляющих компаний, нужно оставить их там 10, 5 и так далее. Или две. В Кирове столько управляющих компаний, сколько готов принимать рынок. Следовательно, если люди
будут осознанно относиться к этому вопросу, то в Кирове саморегулирующий рынок управляющей компании останется в таком объеме, в котором он будет необходим. Качественные останутся, некачественные уйдут. Абсолютно верно. А вот, кстати говоря, Михаил, я сейчас вспомнила, я была как-то на заседании комиссии по ЖКХ и транспорту, да, в которой вы тоже входите, комиссия Гордумы. И это был то ли март, то ли апрель месяц, и тогда очень живо обсуждался вопрос как раз вот по деятельности управляющих компаний. И тогда говорилось о том, что надо в Кирове наконец уже создать понятный рейтинг этих управляющих компаний, чтобы люди, которые вдруг решили поменять управляющую компанию, не поменяли шило на мыло. И вроде бы тогда хотели создать этот рейтинг в течение месяца. Что-то слышно про это? Я не слышал. Я знаю, что этим вопросом там занимались. Но, опять же, вот что касается рейтинга, он будет актуален только на момент составления. То есть, ну, управляющая компания – это люди. Поменялся директор, управляющая компания стала другой. Уволился главный инженер, управляющая компания может стать другой. Сломался трактор? Абсолютно верно. Поэтому говорить о рейтинге, о том, что вот это всегда на века, очень сложно. И когда ко мне обращаются, там, подскажите управляющую компанию, я говорю, самая лучшая управляющая компания – это ТСЖ. Как бы, да, когда вы сами управляете своим домом. Но если вы к этому пока не готовы, то определитесь для себя с простыми вещами. Для этого рейтинг не нужен. Чем вас не устраивает текущая управляющая компания, попытайтесь с ними договориться и как-то обсудить во все вопросы. Если не получается, сформулируйте требования. Посмотрите, кто управляет соседним домом, пообщайтесь с их жителями, выяснится, насколько они довольны или недовольны этим, этой управляющей компанией. Потому что, еще раз говорю, есть, у каждой управляющей компании есть свои методика, специфики работы. То есть кому-то нравятся поезда, кому-то самолеты, я так для аналогии сравнения. Поэтому здесь каждый выбирает, что хочет. Есть дорогие управляющие компании, но и оказывают совершенно другой вид услуг. Есть очень недорогие управляющие компании. Это мы сейчас говорим про плату с метра за содержание и текущий ремонт жилья, числе, я так понимаю. Да, да? Числе, то есть есть да. компании, у которых эта плата высокая, но они, получая эту плату, могут там, не знаю, пластиковые окна поставить в подъезде, в конце концов, там ремонт провести, еще что-то. А есть те, кто берут ценой. Конечно, потому что, если говорить, ну мы уже ушли туда вообще в дебри. Далеко-далеко. Да, если, ну, чтобы закрыть вопрос, говорить про тариф, и какой он лучше, какой хуже, какой он должен быть, невозможно даже на двух одинаковых домах. Потому что это то же самое, еще раз говорю, вот по сравнению с транспортом. Если им хочется комфорта, мы едем на такси. Если мы готовы поэкономить, точнее, хотим поэкономить, готовы где-то пожертвовать, мы едем на автобусе, и то хорошо. Просто мы едем. Мы едем, поэтому жильцы должны определиться, сколько они готовы платить, готовы ли за эти деньги содержать их управляющая компания, как бы, и, безусловно, выставлять взаимные претензии и требования, и их исполнять, потому что такие же требования есть к управляющей компании, и они также вправе расторгнуть договор. Поэтому, на самом деле, еще, чтобы закрыть этот вопрос, там, ну, не закрыть, подрезюмировать, значит, управляющая компания в доме такая, которую он заслуживает. Вот если так. То же самое и с властью. То есть мы говорим есть о том, такая поговорка. Да, когда мы говорим, каждый, что нам не нравится народ, власть, нам не нравится имеет там что-то... Имеет ту власть, которую заслуживает. Абсолютно да, верно, да. Потому что мы ее выбираем, мы ее формируем, потому что, к сожалению, почему так происходит как раз на рынке ЖКХ, 90, если не больше, процентов жильцов пассивны в плане там, взаимодействия с управляющей компанией. Им все равно. И как минимум, когда уже не дожмет до сильной точки. Поэтому, условно говоря, вот эти 10 оставшихся процентов, они иногда ситуацию двигают, а иногда нет. Иногда не критическая масса, иногда нет. Так, возвращаемся к теме мусорной реформы. Видели ли вы вот недавние совершенно новости, которые на самом деле, конечно, меня поразила, как человека, который живет в городе, где 90% жителей пассивно совершенно воспринимает деятельность управляющих компаний. Видели ли вы новости из Москвы о досрочном переходе на сортировку мусора? Я нашим слушателям напомню, что в Москве мусорная эта реформа еще не стартовала. Зато в следующем году там стартует сортировка мусора, причем очень активная такая, да? Ну, насколько вот это показательно? Будет ли Москва примером для всех остальных городов? Ну, Москва вообще другой город. Другое государство, другое государство даже, абсолютно верно. Потому что, на самом деле, что касается раздельного мусора, тут два подвопроса. Я за раздельный сбор мусора, но у людей должна быть мотивация это делать. Это правда. Потому что когда раньше, до начала мусорной реформы, во многих дворах стояли разноцветные контейнеры. Мы это помним. Безусловно, сознательные граждане делали сортировку и выкидывали сюда газеты, сюда пластик. А потом узнавали, что все везут на один полигон. Абсолютно верно. Но и это переставали уже это делать. Это вторая история вопроса. Но на самом деле большинство людей не делали не по причине... Ну, сознательность мотивирует это как и пирамида Маслоу. Это совершенно другой уже уровень. Ну, понятно. Вначале это должен базовые, быть бытовой. Базовые потребности. Люди должны в деньгах увидеть, что сортировка для них выгодна. Отсортировал,
получил деньги или не получил штраф. Это тоже мотивация. Угу. Как бы, поэтому вот пока у нас эта штука не работает, то есть. Я знаю, что есть достаточно хорошее, уже началось движение, когда дома задумываются и начинают уже в этом направлении работать, организуют у себя раздельный сбор мусора. В первую очередь, естественно, это я говорю про бумагу, картон, для того, чтобы ее потом сдавать за деньги, и в том числе эти деньги вводить на баланс дома. То есть вот эта штука мотивирует. Стеклотара. Угу. Вот. Я верю вот в такую мотивацию, потому что просто поставить снова разноцветные баки и сказать людям, теперь снова сортируйте. Еще раз говорю, какая-то часть будет, да, но многие задают вопрос, а что мне с этого иметь, потому что и так тариф, который... Зачем есть? Мне дома он три уже ведра? Там есть. Да. Зачем мне дома три ведра, если я 500 рублей плачу за вывоз мусора? Все верно. А если вот тариф будет дешевле для тех, кто сортирует, тогда будет мотивация. Но это тогда уже надо говорить о том, что должен быть переход, наверное, все-таки на оплату по фактическому объему вывезенного мусора. Да. То есть вот если мы на это перейдем, тогда действительно люди будут мотивированы к тому, чтобы картон, бумагу, то, что объемное, да, например, отдельно издать и получить за это деньги. Количество мусора, который выбрасывается за счет там минус картон, минус стекло, минус жестяные банки, минус пластик, количество мусора уменьшится за этот счет. Вывезено будет меньше, заплатим меньше. Только так. Абсолютно верно. Только так. Михаил Ковязин в нашей студии, депутат Кировской гордумы. И еще одна важная такая тема, которая, как я понимаю, обсуждалась в том числе и на комиссии по ЖКХ и транспорту. Это история с рязанским подрядчиком и программой комплексного развития дорожной сети нашего города, которую он то делает, то не делает. Ну, это уже, знаете, такая интересная история. Сначала они делают, потом нет, они нам не нравятся, они не делают. Теперь выясняется, что слишком дорого сделать так, чтобы они не делали, поэтому делать они все-таки будут. У депутата мне не смешно. Ну, этот вопрос, безусловно, там говорить смешно, грустно, скорее всего, потому что вопрос, он не нов. Мы его начали задавать еще, по сути дела, там, по договору мы должны получить работы, еще были в конце прошлого года, в декабре, поэтому действительно срок просрочки уже гигантский. Более того, значит, ведь эта работа, она нужна была нам в том для... не только для практических пользы, но для того, чтобы еще попасть, участвовать в тех или иных федеральных проектах. Чтобы деньги можно было, да, притянуть. И поэтому, на мой взгляд, почему так произошло, мое личное мнение, ситуация очень там типична, наверное, потому что к этому вопросу отнеслись именно в первую очередь, как получить бумагу, которая в дальнейшем мы могли бы участвовать в проектах, затянули сроки и в итоге сделали такой конкурс. Я точно не вижу никакой коррупционной составляющей, то есть нет никаких там подвохов в моих словах. Это безалаберность? Это безалаберность, когда сделали такой проект, когда нормальные заказчики и поставщики этих услуг не стали даже заявляться, потому что сроки были очень сжаты, неимоверно сжаты. Невозможно было проработать. Да, невозможно было проработать. И, в принципе, это и показал там и рязанский там подрядчик, в том числе, там, что там на словах он говорит, ну да, сроки были плохие. Это раз. Во-вторых, вся остальная история этого движения, почему нельзя было сделать это в декабре, принять точку зрения, потому что, опять же, некое отсутствие ответственности за этот вопрос, потому что затянули до того степени, когда действительно сейчас нам выгодно, ну, мы не можем себе позволить этот проект похоронить, потому что мы тогда к концу года пролетим по срокам, мы не успеем сделать новый тендер, не успеем в нормальные сроки, чтобы кто-то сделал. Вот, к сожалению, ситуация стала патовой. Она точно не вызывает радости у депутатов, потому что ситуация напоминает тупиковую. И вот сейчас выходы, когда какие-то работы будут на возмездной основе делать кировские там подрядчики, там, а рязанцы с ними будут рассчитываться, ну, точно не так задумывалось однозначно. И... Мало того, возникает у большей части жителей закономерный вопрос. Если это будут делать кировчане, зачем мы нанимали иногороднюю компанию? Да. Мы могли своим отдать деньги? Могли бы своим, но еще раз говорю, свои не заявились. Вот, но по информации, в том числе, там, да, и общественная палата об этом говорила, о том, что сроки и требования были достаточно... Сроки короткие, требования размытые, потому что в том числе и
в декабре почему не приняли работу? Потому что ряд вопросов были не проработаны и не так четко структурированы требования к ним. Поэтому ситуация точно не негативная. Более того, мы вынуждены уже сейчас все равно какие-то умозаключения делать с точки зрения там, маршрутной сети, потому что у нас заканчивается срок, и нам нужно точно к сентябрю уже прийти к этому пониманию, и в том числе в средствах массовой информации уже появилась какая-то информация о том, как это будет происходить. Поэтому извлечем мы ли из этого опыт? Я надеюсь, что да. Вот. Я считаю, что однозначно нужно, там, чтобы система сработала, нужно признать, найти те структуры, тех людей, которые в этом в том числе несут ответственность. Повторюсь еще раз, говорю, я не, там, не правоохранительные органы, я лично не вижу... Вы имеете в виду в том, что получилась такая вообще ситуация да, сама по себе? Да, но все равно кто-то должен слово ответить неправильно. Я сейчас говорю, еще раз говорю, я не вижу коррупции, я не вижу каких-то откатов на текущем уровне. Нарушение закона. Но то, что разгильдяйство происходило, да. Там, безусловно, когда мы задавали вопрос, кто виноват, как минимум, этих людей уже не эти люди уже не работают. Ну все понятно, они уже наказаны. Но тем не менее, может, и нет. Да, вот надо все равно эту точку поставить, потому что все равно администрация как администрация есть, там не все поменяли за этот период времени. Поэтому я сейчас говорю не наказать конкретно человека, а как минимум извлечь из этого точно урок и в дальнейшем вот эти подходы... Поставить себе галочку и больше не применять. Абсолютно верно. Михаил Ковязин, в нашей студии у нас сейчас реклама, 2 минуты, мы вернемся. Особое мнение на 101FM. Продолжаем с Михаилом Ковязиным, депутатом Кировской гордумы, разбирать, там, не знаю, новости со вчерашнего заседания гордумы, эти новости, которые волнуют кировчан и опубликованы в СМИ и обсуждаются в социальных сетях. Еще немного о транспорте. Ваш коллега по Думе, депутат Юрий Шлемензон, ну вот применительно там к теме транспорта, да, сказал о том, что наши автобусы приводят в ужас приезжих. Вроде кировчане уже привыкли, а вот люди, которые приезжают из других городов, просто шарахаются и говорят, у нас такого нет, что это? Что это? Вот. И как вам предложение, которое там озвучивается в том числе, учитывать состояние автопарка того или иного перевозчика при заключении новых договоров? То есть было вот озвучено такое предложение. Ну, идея очень здравая и очень логичная. Там ведь речь, внешний вид – это следствие возраста и характера эксплуатации автобуса. Да. И изношенности. Потому что новый автобус, автобус в хорошем состоянии, с небольшим пробегом, он точно не может выглядеть так же, как автобус, которому уже там, больше 10-15 лет, и который нещадно эксплуатировался, и в том числе заливали в него неизвестно что. Поэтому, безусловно, требования к новым перевозчикам будут в том числе по срокам эксплуатации, по, значит, по другим характеристикам, потому что слово «красота» померить сложно, но, говорю, это квинтэссенция, результат того, что заложено в физических показателях. Я в данном случае там, с Юрием Львовичем соглашусь. Вот, это действительно важно, потому что, еще раз говорю, там есть, ну, это лицо. Там, если автобус ржавый с дырявыми сиденьями, однозначно с характеристиками по экологии и так далее, тоже все не гуд. Потому что ну, не бывает такого, что там приятный свет с внешнего вида автобус, точнее, неприятный, источает там только чистый воздух. Пахнет там, фиалками, да. Да, пахнет фиалками, да. Абсолютно верно. Да, Михаил, а слушайте, вот тогда вопрос все-таки. Если речь вести об обновлении автопарка, не получится ли такая ситуация? Мы все понимаем, это же недешево стоит. Машина стоит сколько, автобус стоит сколько, да? Вот. Не получится ли так, что заявляться на обслуживание будут только крупные компании? Я думаю, что нет. Нет? Ну, вообще, если условия будут достаточно приемлемы, сейчас какая есть ситуация, там до сих пор, конечно, это долгая история, неопределен принцип заключения, то есть будет ли сдельная оплата или повременная с точки зрения взаимоотношения там, между администрацией и перевозчиками. Вот, но как бы в любом случае... Как всем кажется, это будут какие-то лоты, где будут и выгодные тарифы, и не самые выгодные, но несущую социальную нагрузку. Это логично, как должно быть. Маршруты, поэтому... которые ездят по тем улицам, где не так много пассажиров. Да, и поэтому с точки зрения бизнеса, ну, ведь это вопрос доверия к тому, что этот процесс будет долгосрочный. Вот. Если мне... Я понимаю, если я как перевозчик, что я эти деньги отобью, в хорошем смысле слова, то я готов вложиться, купить... Я буду работать
работать не год и не полгода. Конечно. Да? Это угу. чтобы самое главное не было так, что сначала деньги, а потом перевозки, а все-таки же перевозки, которые должны себя включать, в том числе ту сумму, которую он должен будет получить в виде прибыли и отбить те затраты, которые он несет. Если, опять же, это рынок. То есть если мы правильно подберем вот эти пакеты, это тариф и прочие условия, то заявятся. У нас, в принципе, не маленький город достаточно. Это же бизнес, и это и интересное предложение для ряда значит, подрядчиков. Самое главное, в том числе чтобы... не крупных, вы считаете? Да, в том числе. Самое главное, что сейчас, как бы, это то же самое, что касается строительства дорог. Чтобы не было суп-подряда. Вот это, наверное, убивает бизнес, потому что это если... вы имеете в виду, выигрывает какая-то одна крупная одна компания, крупная, потом передает отдает кому-то, а тут еще кому-то отдает. Да. Это вот что касается перевозок, что касается строительства дорог, вот тогда действительно нет никакой целесообразности вкладываться в автобусы, потому что если я на субподряде, буду ли я на субподряде завтра, никто не знает. То есть, как бы, следовательно, эту схему в идеале бы исключить. Конечно, исполнитель услуг не заинтересован. Абсолютно верно. Не заинтересован в улучшении своего автопарка, потому что не понимает, каким образом он будет отбивать вот эти вот расходы, которые он там понес. Да? Еще к одному вашему коллеге по Гордуме обратимся. Владимир Журавлев был в этой студии позавчера. Мы обсуждали тему Марадыкова. Мы все знаем, да, что более 50 тысяч подписей против строительства на базе завода по уничтожению химоружия, там, его перепрофилирование в завод по уничтожению опасных отходов. Более 50 тысяч подписей собрала уже петиция. Экологи высказывают озабоченность. Специалисты Росрао говорят, нет, все будет хорошо. Вот люди, тем не менее, волнуются. И есть мнение, оно, кстати, озвучивается уже не впервые, что если бы все-таки были пообещаны какие-то реально такие ощутимые плюшки жителям, в том числе прилегающей территории и жителям Кирова, то, может быть, градус народного напряжения там, и недовольства удалось бы снизить. Владимир Журавлев там в том числе о международном аэропорте говорит. Я вот, честно говоря, в это не верю. А вы верите? Ну, я про международный аэропорт не буду пока вдаваться в полемику. Как потребитель, естественно, я бы хотел его получить. Мы все бы хотели, да. Значит, но я, вот я бы на эту ситуацию еще как посмотрел. Людей-то что беспокоит? Людей беспокоит не только, что они за это ничто не получат, потому что на самом деле там как минимум рабочие места-то будут точно, да. Людей беспокоит как раз на фоне других событий, не столько связанных с экологией, а вообще с текущей жизнью, насколько все, что красиво на бумаге, будет исполняться. Нет доверия? Нет доверия, потому что ведь на самом деле очень много, когда звучало на красиво на бумаге, по факту по-другому. Потому что, опять же, люди предполагают, потому что этот вопрос мне в том числе задают, там, мое мнение и так далее, что где-то кто-то украдет на этапе перепрофилирования. Где-то будет разгильдяйство. Да ладно, украдет гайку, не закрутит. Да, где-то вот про разгильдяйство. В том числе это очень сложное производство. И в свое время там я 5 лет отработал в городе Кирово-Чепецк. И за это время там я застал 2 достаточно серьезные аварии. При этом это предприятие достаточно стабильно работающее, у которых есть требования к технике безопасности, и в том числе с летальным исходом были. Безусловно, я сейчас говорю не про то, что это не могло быть. Это производство. Случиться может все, что угодно. Да, время идет, оно, но у людей нет доверия, что это реально не коснется. Ведь никто не говорит, точнее, людей больше говорит не про текущее содержание от Марадыкова, о том, что куда будут деваться там отходы, не связанные с работой, а что будет, если рванет. И вот этот вопрос четкого, внятного убеждения, ответа, что этого никогда не произойдет, этого не происходит. И вот мое-то зрение, помимо плюшек, вот это есть именно вопрос в недоверии, потому что уже много раз звучало о том, что мы сделаем, будет лучше, будет здорово, потом бац, ну не получилось. И в Марадыково может попасть в эту же ситуацию, когда... Получается, тогда вообще проблемы-то неразрешимые. То есть можно пообещать плюшки, можно пообещать безопасность, но недоверие-то оно останется? Конечно, останется. А что делать? Ну, работать только то с этим. Работы-то ведь еще даже не начались, уже 50 тысяч подписей против. А что будет, когда начнутся работы?
Там народные, извините меня, пожалуйста, волнения к этому мы не призываем, но могут быть, конечно же. Ну, соседи, да, соседи уже активно работают. Я сейчас говорю про соседние области. А, про, вот. Мы про Коми и про Архангельскую да, область да, говорим? Абсолютно про верно. ШИЭС. Да, про ШИЭС. Вот здесь, еще раз говорю, там, я понимаю, это мне кажется, не, вот волнение людей, то есть 50, ну, столько тысяч нельзя подневольно собрать. То есть это людей действительно беспокоит. Угу. Еще раз говорю, на фоне того, что происходит, и, безусловно, вопрос целесообразности экономической, наверное, он в этой плоскости лежит. Плюшки тоже, да, но мне пока ситуация кажется в большей степени в этом ключе. Что делать? Ну, наверное, доказывать. Ну, есть предложение. Смотрите, вот звучат от активистов, в том числе и от экологов, предложение: вынесите, пожалуйста, вот эту вот площадку куда-нибудь в леса. Чтобы она не была тут, значит, в непосредственной близости от Вятки, от грунтовых вод, от города, от населенных пунктов и прочее. Но мы понимаем прекрасно, что если есть готовый объект, приспособленный, там, да, обезопасенный каким-то образом, закрытый, никто не будет строить новый точно такой же, потому что это безумных денег стоит. Ну, конечно. Это невоплотимо. Ну, все зависит, ведь, опять же, вот мы же живем в одной стране, там и вопрос в том, что насколько власть услышит людей, нас, потому что и насколько мы сможем договориться. Можно ли вынести в лес? Можно. Это будет в разы дороже для нашей экономики. Но, опять же, что важнее? Важнее люди и экология или важнее деньги, которые мы потеряем? И здесь, наверное, подход федеральных властей, он покажет, что действительно важнее. Еще раз говорю, то есть это точно стоит тех денег, которые есть в России. Вот я про это сейчас говорю. Деньги есть. Вопрос, понятно, что стоит ли туда вкладывать. Ну, вот здесь как раз посмотрим, насколько у нас политика с человеческим лицом там, и как они поступят. Как бизнес, безусловно, это существующая площадка. Но мы говорим о том, что это все-таки же делает через, понятно, не напрямую, но, по сути дела, это государство. Там, и как минимум они контролируют организацию, которая там будет все эти делать строительство, и в чем виде будет находиться. И как минимум они понесут убытки и ущерб, если вдруг, не дай бог, что-то случится. Поэтому государство должно для себя принять решение, там, что для них ценнее и важнее. У нас есть масса проектов экономически нецелесообразных, поэтому пускай и Мордыков будет не самый целесообразный проект, но в глуши где-то. Но в глуши. Вы все-таки за глушь, за лес. Михаил Ковязин в нашей студии, депутат Кировской городской думы. Я благодарю его за особое мнение. На этом программа завершена. Анна Лапшина. Я со слушателями прощаюсь и гостю говорю до свидания. До свидания. Особое мнение на 101 FM.